Надеюсь, веселых мини-спектаклей. Итак, STEM, Астана КЗ. Дорогие друзья, было так много шуток про казахских ученых, что теперь настало время их показать. Итак, представьте, Алматы, лаборатория, 300 метров под землей и еще 400 в бок. А! Больно. Прикольно. Странно. Мохито. Так, здравствуй, Мохито. Здравствуйте, уважаемая. Уважаемый. Вы меня поймите, я здесь уже 3 года без женщин. Понятно, понятно. Мы на вашу лабораторию потратили 500 миллионов долларов. Сколько? 500 миллионов. Вы сумасшедший? Давайте, мне интересно посмотреть на проделанные работы. Давайте посмотрим, мне тоже интересно. Так, что это? Дотроньтесь. А-а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 -
Что это было? 50 тысяч вольт. Зачем вы в сигареты ток провели? Сколько Минздрав может предупреждать? Пора действовать. Хорошо, хорошо. Вот, пожалуйста, супертаблетка. Выпил ее и все. Год можно зубы не чистить. Да ну? Даже не стирать носки и не мыться. А как это? Таблетка притупляет чувство гордости. Хорошо, хорошо. А вот здесь что вот здесь написано? ШСНХ-1. ШСНХ-1. Это щелкай семечку на ходу. Вот. 20 миллионов долларов? Сколько? Иди, иди, я тебе потом объясню. Иди, иди, иди. Мне кажется, вы здесь ерундой занимались. Ерундой занимались. Зато мы придумали вечный двигатель. Это невозможно. Хорошо, не придумали. Что вы делаете? Это новый аппарат. Снижает сексуальное напряжение. Зачем он нужен? Вам, наверное, вам там наверху не нужно. Здесь это необходимо. Необходимо. Так, что еще? Вот здесь написано... Мы придумали вот свисток. Что он делает? Когда чайник закипает и звучит голос Глызина. Оригинально, оригинально. О, жарковато здесь у вас. Вы это пиджак не снимали бы? Чайник, чайник! Угадали, да-да, чайник! Зато мы вывели новый вид колорадского жука! Зачем? Случайно! Белые розы! А, опять чайник! Нет, это Юрий Шатунов проснулся! Хорошо, хорошо! А вот что за фотоаппарат? Да, с виду как обычный фотоаппарат. Наводишь на человека, вот щелкаешь, и все, через 2 дня жена уходит. Точно? Да. Давай, контрольная. Все, теперь никогда не уходит. Вы знаете что? Мы на вашу лабораторию потратили 500 миллионов долларов. Где вообще сенсация? Где нанотехнологии? Почему вы ничего не изобрели? Почему ничего не придумали? Мы это завтра хотели. Знаете что? Вы не ученый. Вы аферист. Вы тоже хреновый проверяющий. Я доложу, куда следует, доложу, куда следует. Уважаемый, давай не будем настроение портить. Я предлагаю выпить. Это вас не спасет, наливай. Давайте. Вот это супер. Ча, что ты смотришь? День первый. Подопытный принял препарат. Что принял? Пока речь нормально. Какая речь? Никакого реакции. Ты что говоришь? Пациенту хочется бегать. Произошло небольшое изменение. Произошло небольшое изменение. Операция прошла успешно. Девушка! 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 Эх! Я на тебя 500 миллионов потратил.
девушка!